Районы Ленинградской области, показавшие в прошлом году лучшие показатели эффективности работы органов местного самоуправления, получили денежные стимулы в виде грантов. Всего на это бюджет области выделил 50 миллионов рублей. Это на 20 миллионов больше, чем в прошлый раз. Лужский район тоже попал в число победителей, оказавшись на 5-м месте. Всего районов, получивших гранты, было 7. Самый крупный грант – 12 миллионов 700 тысяч рублей – получил Волосовский район, самый малый – 2,5 миллиона – достался Гатчинскому. Такую же сумму получил и Ломоносовский район. Лужскому досталось 6 миллионов рублей. Потратить их можно на ремонт школ и учреждений дополнительного образования, дорог местного значения и ряд других целей.